Доктор, меня мучает бессонница, озноб. Может быть, я что-нибудь съела? Плохой аппетит у меня. Вот. Поэтому на обед, как когда. Нет, на аппетит я не жалуюсь. Скорее наоборот, аппетит хороший. Ну, что поделаешь, аппетит – забота наиважнейшая. Голод, конечно, можно удовлетворить, а аппетит – очень сложная система рефлексов, частично врожденных, частично приобретенных. Тот же аппетит – запах, вид, вкус, воображение и… Да, но ведь еще очень важно успеть съесть все то, что купили, пока не испортилось. А потом снова купить, пока еще не все съели. А потом съесть и это, а потом... Обращаюсь к вам, как к последней надежде. Спасите меня. Мне 39 лет. Рост 159 сантиметров, а вес 120 килограмм. Помогите, возьмите в клинику. Одна надежда на вас. Другого выхода у меня нет. Вот это только маленькая пачка от тех писем, которые мы ежедневно получаем в нашу клинику. Люди обращаются к нам со всего Советского Союза. Помогите бороться с избыточным весом. Помогите похудеть. Ну, действительно, эта проблема чрезвычайно актуальна. Эта проблема сейчас стала одной из важнейших проблем Всемирной организации здравоохранения. И она теснейшим образом связана с проблемой питания мира. В ООН... Проблема питания включена в число 10 важнейших проблем человечества. Сейчас в мире сложилась такая ситуация. Половина мира испытывает недостаток питания. Треть просто голодает. А в экономических странах, высокоразвитых странах, к которым относится Советский Союз, резко возрастает число лиц, имеющих избыточный вес. И это неминуемо приводит к таким тяжелым осложнениям, как сердечно-сосудистая патология, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, обменные заболевания суставов, подагра, холециститы, желчно-каменная болезнь. Но этот перечень можно продолжить просто до бесконечности. В нашей стране сейчас каждый второй имеет избыточный вес, то есть 50%. А вот страдающих ожирением, по данным эпидемиологических исследований, проведенных по всему Союзу, 26%. Это равноценные жители села, и жители города, и молодежь, и люди пожилого и старческого возраста. И что очень тревожно, что среди молодого населения увеличивается количество лиц, страдающих ожирением. Впрочем, по поводу ожирения все еще не принято говорить. В самом деле, неудобно как-то. Но давайте посмотрим правде в глаза с точки зрения анатомии, физиологии. Возьмем те же углеводы, поступающие в наш организм. Инсулин превращает их в жир, а адреналин тут же сжигает, превращая в энергию. Но если мы станем употреблять углеводы в избытке, снизится чувствительность к инсулину, адреналину, понизится активность внутриклеточных процессов. И вот тогда начинает свое коварное дело жировая клетка. Она разрастается и перестраивает нервную гормональную систему, психику. В общем, нарушает естественный ход нормальных процессов. Мой аппетит меня просто пугает. У меня постоянная потребность есть. Я просто не владею собой. Вы понимаете, вот это какая-то трагедия. Просто пищевая наркомания. Я просто не знаю, что мне делать. Все начинается так невинно, казалось бы, с пустяка. Кусочек лишний хлеба с маслом, конфетка между едой, кусочек пирожного и так далее. А потом уже возбуждается аппетит. Возбуждается пищевой центр, и вот наступает то, о чем вы говорили, безудержная потребность еды и отсутствие чувства насыщения. Но надо еще сказать, что мы мало двигаемся сейчас, а тучный человек двигается еще меньше. Хочется все время прилечь, присесть, и все время хочется есть. И вот какой-то заколдованный круг,
Ну, кого уж так сильно беспокоит 7-10 килограмм лишнего веса? Разве они портят внешность, а тем более женскую? А, кстати, что такое вес нормальный? Древние считали, что норма – это рост человека минус 100. Олимпийский эталон и современная наука подтверждают, да, это и есть оптимальный вариант. Классический образец нормального здорового тела и сегодня остается нормой. Неспроста древние даже на скалах высекали: хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бегай. Но тогда откуда же наше традиционное представление? Полный – значит здоровый, сильный и, конечно же, красивый. И тоже от древних времен. Если в Древней Греции существовала традиция есть один раз в день при вечерней прохладе, то во времена Римской империи у аристократов стало модным есть много и ради удовольствия. Пример, увы, оказался заразительным. И какой век мог потом признать, что не имел к этому чревоугодию никакого отношения? Уже развивалось и искусство кулинарии. Создавались истинные произведения, шедевры кулинарного искусства. Еда возносилась на пьедестал. Но вот парадокс. Короткий век был и у тех, кто много трудился и недоедал, и у тех, кто мало двигался и переедал. Так рядом с проблемой голода поселилась проблема сытой жизни. Мистерия наслаждения порождала гурманов. Все, с понедельника начинаю. Что у нас тут получается? Рост 176. А, вес 84. Это, братка, ты мой первая степень ожирения. Да. Константин Чарлов. Дела. Ведущих нашей телевизионной кинопанорамы. А, привет. Как жизнь? Что делаешь? Знаешь, я тоже решил сесть на диету. На английскую. Девочки, белки с углеводами нельзя смешивать. Даже животные и те питаются раздельно. Ой, перестань. Я сама читала, Микулин пишет. Он год был вот на этом раздельном питании. А потом в гостях смешал все. Ну, отравился. Ой, что ты мне говоришь? Ну, что ты мне говоришь? Вот один журналист пишет, 9 месяцев он был на системе Шаталовой и сбросил почти 15 килограмм. Да что вы, девочки, честно, все ел, но раздельно. Из костюмов стал выпадать. Мне чаю не наливай. Почему? Я сегодня на кефире. Ха-ха-ха. Овощи! Видите? А медики, между прочим, считают, что без животных белков человек теряет память. И вообще перестает соображать. Что ты говоришь? Да. Мозг нуждается в мясе. Евгений Иванович, вам чай налить? Нет, девочки, я с чаями завязал. Я папу съел, молодец. Давай теперь ложечку задеть. Вот так, умница. А теперь пойдем спать. Ближе подходим к истине. Человек не царь природы, а всего лишь часть ее. Неужели не царь? Но как перестроиться и как постичь эту новую истину? Что касается братьев наших меньших, мы уже знаем, что им надо и чего не надо.
Доказано, например, что ограниченное питание продлевает их жизнь в два раза, делает их более подвижными, сообразительными. Кстати, закономерность эта прослеживается и у людей. Чем короче пояс, тем длиннее жизнь. Так мудро сформулировал народ главный принцип культуры питания. И еще, держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. У каждого народа есть подобные поговорки, и все они проповедуют умеренность в пище, независимо от национальных особенностей кухни. 2800-3000 калорий для взрослого работающего человека. Обычный традиционный набор продуктов, но главный принцип – умеренность и сбалансированность. На одну белковую калорию – две жировые и три углеводные. Один, два, три. В столовой, как говорят остряки, всегда есть выбор, можно есть или не есть. Но можно и комбинировать. Можно принимать пищу 3-4 или 2 раза в день. Главное не переедать. С возрастом процесс пищеварения, обмен веществ замедляется, слабеет. Поэтому общий объем пищи следует уменьшить, сохраняя при этом ее сбалансированность. Ну, а бутербродная система питания – это уже путь к болезням. А здесь нужен особый подход. Суточная калорийность должна быть снижена за счет углеводов и жиров. Но опять же, не в ущерб сбалансированности. Еще лет 5 назад проблема избыточного веса меня мало волновала. Я отличался отменным аппетитом, был желанным гостем в наиболее хлебосольных домах. И моими любимыми лакомствами была всевозможная сдоба, мороженое. И вот однажды я услышал слова «этот пузатый дяденька». И вдруг с изумлением обнаружил, что эти слова относятся ко мне. Ну, это заставило меня несколько пересмотреть мои позиции. И я решил начать вот с чего. Как быть с аппетитом? Как быть с лакомствами? Ну, в первую очередь я убедился в том, что мороженое из Доба – это отменно невкусно. И что вечером, когда особенно, как всем хорошо известно, разыгрывается аппетит, мне не хочется есть. Я сохранил полностью все то, что входило в мой рацион, только количество уменьшил примерно в 1.5 раза. Я возобновил брошенную за несколько лет до этого утреннюю зарядку с пробежкой, полчаса примерно каждое утро, но регулярно. И результат оказался такой. Примерно через 3.5 месяца я с 95.5 килограммов сбросил 13. И вот этот вес около 80 килограммов, там плюс-минус 1-2 килограмма, я держу уже совершенно без особенных усилий в течение 5 лет. И я убедился в том, что вот самочувствие внутреннее, работоспособность, внешний вид, в конце концов, это в твоих же собственных руках. Природа. Прекрасная хозяйка. Из ее кухни выходит блюдо, полноценное с любой точки зрения. А нам нужна всего-навсего культура приготовления этих даров природы, чтобы не снизить или, что еще хуже, не уничтожить их бесценные качества. Химией жизни называл питание великий физиолог Павлов. Вся таблица Менделеева нужна нашему организму, вся без исключения. И если не хватает даже какой-то малости, организм начинает давать сбои. Прогресс в науке о питании связан с успехами других наук. Задача не только сохранить в продукте все, что дала природа, но и улучшить его, чтобы в любое время года наше питание было полноценным. До недавнего времени считалось, что качество пищи тем выше, чем
меньше в нем балластных веществ и чем больше питательных, легко усвояемых веществ. Балластные вещества, которые не перевариваются в желудочно-кишечном тракте человека, они всяческим образом изгонялись из пищевых продуктов. Очищали продукты, рафинировали. Но в настоящее время наука совершенно точно доказала, что балластные вещества – это клетчатка овощей, фруктов, ржаного хлеба, а также пектины из яблок, цитрусовых, крайне необходимы организму человека. Они играют очень важную роль в деле профилактики, предупреждения очень серьезных заболеваний человека, а подчас его и лечат эти заболевания. Поэтому сейчас настоятельная задача – ввести эти балластные вещества в продукты питания, довести содержание балластных веществ в рационе человека до 40-50 грамм в сутки. Это задача глобальная и требует настоятельного решения. Меняется не только питание, но и представление о нем. В результате новейших открытий физиологов и в пищевой промышленности стали преобладать продукты малокалорийные, лечебные, профилактические, ну, словом, те, что нормализуют обменные процессы. Правильное питание, сбалансированное по последнему слову науки, закономерность развития человека. Если хотите, путь в страну здоровья. Делать, чтобы наш аппетит не превышал наши физиологические потребности, чтобы не откладывались лишние калории в виде жира, чтобы не оседала ржавчина на сосудах в виде атеросклероза. Конечно, для этого нужна и регулярная, рациональная физическая нагрузка. Работа мышц поднимает настроение. Работа мышц регулирует баланс прихода и расхода веществ. Работа мышц обеспечивает нам радость, обеспечивает нам разрядку эмоций нашей трудной, напряженной жизни. Поэтому, помня о рациональном питании, не забывайте, что 40% веса нашего тела принадлежат мышцам, и они должны работать. И тогда вы будете здоровы и счастливы. В гармонии духа и тела человек будущего. А пока всего 2-3% людей занимаются физической культурой. Культура питания. А пока свыше 50% имеют избыточный вес. Сформированные потребности. А пока лучше пусть останется, чем не хватит. Так что же, жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить?